В регионе открыто и работает 250 участков референдума. С самого утра Мангистаус делает свой выбор, и одним из первых проголосовали военнослужащие воинской части 6656 Национальной гвардии Республики Казахстан. Избирательные участки закрытого типа работали прямо в воинских частях. На избирательном участке созданы все условия для проведения выборов. По данным Мангистаусской избирательной комиссии, голосование в воинских частях города Актау началось в 6 часов. Свой политический долг как гражданин Казахстана сделал Даурен Гумаров. Как отмечает солдат, эти выборы сделают толчок в развитии страны. Я считаю, что этот референдум является обязанностью каждого казахстанца, который, как я, выполняет свой долг перед Родиной. Мы, как солдаты этой воинской части, в 6 утра отдаем свой голос за светлое будущее. Это долг каждого казахстанца, ведь будущее страны в руках таких молодых людей, как мы. Таким образом, более 80 солдат сделали свой выбор в течение получаса. На этом избирательном участке право голоса имеет около 400 человек. Сегодня, согласно конституционного закона, о республиканском референдуме на нашем закрытом участке проводится мероприятие. В 6 часов утра мы его открыли. Порядка 400 военнослужащих срочной службы участвуют на данном мероприятии. Вот. Каждый гражданин нашей республики имеет право выбрать, отдать свой голос за тот момент, то, что зависит будущее нашего государства. Поскольку избирательный участок номер 38 в воинской части 6656 является закрытым объектом, здесь могут голосовать только те, кто выполняет свой долг перед Родиной. Отметим, что в регионе всего 12 закрытых участков. Айжан Сабитхозарулан Аметлодидар.